Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Chaser проходить. Я вот вообще дошел до этого блядского гребаного, как его называют, грузового отсека. Вот жизни у меня столько, патронов у меня столько, блядь. И ебашат меня тут только так. Тут очень сложно, если честно. Блядь, и забыл про вас. Ты застрял там, что, блядь, сложно, потому что они, блин, выносят с... вообще просто жесть. И тут еще, кстати, прикольно то, что это самое, что рандомно тут все выпадает. Каждый раз, если ты идешь, у тебя по рандому, смотри, выпадает. Аптечка может выпасть, может не выпасть. То есть бронька может выпасть, может не выпасть, тоже такое же. Какая же хрень. Так, где ты там? Где-то еще один был сверху. Блин, просто тут вот... скажем так, дерьмово, что пушка стреляет автоматически. Нельзя переключить. Ну ты выйдешь, нет? Вот видишь, по три патрона отсечка. Вот это вот херово. Блядь, я застрял. Мне сейчас пиздарики. Есть. Ладно. А куда мне? Мне туда или сюда, или наверх? Куда? Тут у нас закрыто везде. Окей, значит тогда наверх. Я тут еще, кстати... Эй! Я тут еще, кстати, в дверях нельзя стоять, потому что убьют нахуй. Вот так с одного удара просто тупо. То есть здесь ничего нету такого? Чтоб там можно было что-нибудь поднять. Ящики не разбиваются, да? Ладно. Давайте так сохранюсь. Ой! Поехали. Я услышал, что ты сказал, отключите. Так, тут у нас двери все неактивные. Поедем дальше? Нет, это вниз, прикинь. Ой, подожди. Не наверх. Давай. Хорошо, а что, где? Кнопочки неактивные. Ах ты, блядь! Блядь, ненавижу, сука, эти отсечки. Вот нереально, вот... Я хочу выстрелить один патрон, меня два лишних по-любому летят, потому что я не попаду ими в 100%. Давай нажму. Ух, серьезно? Я случайно, кстати. Ага, спасибо. Что спасибо? Двери 7-1, компьютер станции Majestic. Я случайно думал, это по приколу. Ты хочешь выпрыгнуть? Ты выпрыгнешь? Так ты же не выпрыгнешь. Ты еле пукаешь, ты чё? Да как ты, ты что, издеваешься? Серьезно? Чувак, ты же еле прыгаешь. Как ты хочешь, чтобы я допрыг? Привет. Да. Эй! Как тебя допрыгнуть? Серьезно? А, может, с разбежки? Залезь. Ага, во, с разбежки, точно. Тут все так громко немножко. Я патроны, видишь, как трачу? Потому что они все и всегда будут тратить. Они всегда будут у меня тратиться, потому что я лишними стреляю. Я что-то поднял? Ага, смотри, тут зажимать можно, но смысл мне зажимать издали. Блин, сколько этих, мне гранаты надо. Отвечаю.
Так, спокойно. Спокойно. Там что-то было? Нет, не было. Оп. Ага, сейчас смотри, кто-то выйдет 100%. Потому что тут нычка. Тут надо вот так вот вообще по нычкам хериться. Сектор 2. Да, блядь, почему так? Грёбаная. И смотри, сколько он мне один... пару выстрелов, и мне хана. Вообще жесть. Красные. Ну вы хорошо, хоть красные. Вас так заметно. Так, патроны. Перезарядяем. Я... Чейзер, я, блядь, опасен. А, я понял. Блять, прикинь, вот это тут говно вообще. Ну, в смысле, не говно. Просто что прикол в том, что если я стреляю без прицела, то у меня стреляет по одному патрончику. Если с прицелом, то по три отсечка. Да, дерьмовая пушка, если честно. Надо с какую-то другую. И вообще-то, блин, смотри, уже у меня жизни нету. Сейчас закроет меня. Вот открытый коридор. Тут должно что-то быть. Нет? Как так? Такая нычка. Да ёлки-палки. Ай, подожди, нос чешется. Сейчас я. Такое бывает. Не, вот все равно. Так прикольнее, когда у него голова шевелится. Сука. Любое мне попадание — это минус вообще, конкретный прям минус. Потому что... Эй, я тут. Вообще-то. Надо везде смотреть, где есть противники, потому что они везде сидят. Во, аптечка. Хорошо, так, лифт. Он вроде активный. А может и нет. Нет, вроде не активный. Нет, не активный. Вот откуда? Сука. Я только... Блин, с него бронька выпала. Надо как-то вниз спуститься. Можно? Можно. Здорово. Блять. Вот вы гребаные. Где ты меня видишь? А я почему тебя не вижу? Сука, он сзади был. Как? Еще плохо, что тут часто надо... Блять, да откуда вы беретесь, алло? Серьезно? Тут ничего. Тут можно дальше пройти, но подожди, там вроде что же. Что-то было. О, аптечка, смотри, выпала. Нет, тут, подожди, тут ничего, а тут... И тут ничего, хорошо. Но там еще можно было наверх выйти. Поехали. Хорошо, что они хоть свою позицию палят, когда стреляют. Так, тут ничего. Ага, и тут ничего, ладно, тогда вниз. Давай, Чейзер, будем с тобой разруливать ситуацию. Чувак, у тебя нет аптечки? Слышь? Нет. Так, блин, уже 41. Да. Уже 41. Открой! Нету в аптечке, чувак. У тебя, кстати, башка в текстуру провалилась. Ты ничего? Ну ладно. Вот где? Они же могут быть и снизу, и сверху, и слева, и справа. А почему сюда и туда можно? Тут
Тут открывает? Блять, открывается, прикинь. Какое-то, смотри, комната управления. Дай потыкаю. Что, нажал? Можно потыкать, серьезно? Прям все-все-все. А я что-то нажал, там было. Смотри, голографическое это самое. 2003 год, охереть. Я что-то натыкал. Что натыкал? Да я там был, наверное. Блин. Здорово. Блин, я вот не понимаю, когда они умирают. Да ёп. Вот это вот надо осторожно, когда эти Блять! Сука, повезло, что не попал. Когда двери закрываются, они могут убить. Это вот прям круто, не круто. 5 патронов, ладно. Открываешься? Нет, ты не открываешься. Так, тут на лифт. А тут что? Куда это? Блин, ну охереть, скажи. Вот скажите, что охереть. Охерительно ж. О, чё это? Охерительная бронька, охерительная это. Аптечка, да я тут вот сохраню сейчас прям. А я вот иду чисто по рандому, да? Блять. Грёбаные двери! Да походу я чисто по рандому иду. Ага, больше 100 нельзя. Я же не знаю, куда мне, например, идти. У меня есть там, например, таб. Отсюда, почему за мной охотятся командос? Да, вот именно, мне тоже интересно, почему за мной охотятся командос? Что я им такого сделал? Блин, ну что тут все дрожит, ничего не понятно, никуда не видно. Спокойно. Что это? Двигайтесь к спасательным капсулам. Ой, кажется, запустил спасательную капсулу, наверное. Или чё, куда? Я умею приседать, прикинь, да даже обучения нету. Ну, хотя там было обучение, только оно отдельно. Вот, блядь, здорово. Вот обучение должно таким и быть, просто как бы есть отдельная графа обучения, вот иди обучайся, если ты хочешь. Не хочешь, все, вали вперед. Они в самой игре. Угроза достиг отметки 7. Сколько, 7? Или 77? Блять, какой-то гребаный хоррор. Никто там не выскочит. Я правильно иду? Блин, еще везде эти командосы сраные. В красных комбинезонах лазают. Стреляем на... Что такое? Стреляем на движение. Ты кто? Спасательные капсулы, валим. Ай, куда садиться? Куда садиться? Сюда? Команда, свали, корабль рушится. Ёх ты. Нихера себе. Ты тут один? Бедный. Бедняга. Одному скучно. Я застрял. Нет, нормально. Есть кто? Есть лестница. Да бляха. Нифига себе лестница. Ё-моё. Так, а как с нее слезть? Окей. Блять. Я уже везде, просто там нужно смотреть. Везде, в каждом уголке могут сидеть. Так, смотри, там закрыто там. Что-то там плохое происходит на улице. Маджестик.
ничего себе, первую миссию прошел. Серьезно? На землю. Ух ты, а мы там еще по земле будем шастать, что ли? Я думал, мы будем тут тупо по этой станции бегать, всех мочить. Пока всех не перебьем. Стандартный такой замесик. Я так понял, сейчас я свалю на землю, и что потом? Искать правительство, сказать, что за дела, что меня команда сохерачит, а правительство такое бах и меня убьет. Потому что они все это затеяли. Ха. Кто еще? Что, вся станция нахер, да? Ну? Взорвешься? Взорвешься, конечно, молодец. Вот там, как говорят, что в космосе типа нет звуков, ну то есть звука нет взрыва, там т-т-т-т, в фильмах там особенно очень часто эти косяки. Но, блин, извините меня, если показывают фильмец, да, в космосе, то без звуков сидеть, смотреть без звука вообще это неинтересно. На это можно немножко подзабить, что в космосе нету звуков, нету там всего, не может быть взрывов, там т-т-т-т. Но это ж было бы, ну прикинь, смотришь, как будто бы чего-то не хватает. Так неинтересно будет. Я думаю, сценаристы вот эти тоже знают эту проблему. Ну, как-то смотреть, если, например, больше 10 минут там в космосе запись видео, то смотреть тупо чисто картинку без звуков всяких, без взрывов, без нихера, то так неинтересно. Так что можно подзабить маленько. А смотри, как прикольно раскладывается по частям такое. Чик-чик-чик отлетает. Вообще прикольно. Ну, чувак, есть у тебя там какие-то проблесковки памяти или нет? Не помнишь вообще ничего? Проблески. Вот тут у них, короче, вот нравится им вот это все вот так вот. Чтоб все тряслось, короче, ничего не понятно. Вот. А смотри, неплохо так прорисовано. В город, что ли? Ты чё? Сейчас еще против ментов, да? Пришли в город, нормально. Прилетели. Монтек-Сити, трущобы. Опа. Спасательная капсула номер 30А6. Ты опять спишь? Сейчас опять будут дёргания эти. Я хочу, чтобы это вошло в учебники. Если все пройдет нормально, через 5 минут мы сделаем дело и сможем вернуться домой. Через 35 секунд мы приземлимся в мили что он? Держитесь! ТТИ, что ли? Это что у него? Вот видишь, какая-то какие-то проблески памяти у него появляются. Он все равно вспомнит. А кто... Ой, подожди, а когда ты успел переодеться, чувак? Ты вроде был в халате в этом. Когда ты успел уже? Так, спокойно. Кто, куда, зачем? Тут секреты есть вообще, нет? Или пофигу? Новая пушка. Чекво. Чекво? Не знаю кого. А тут что написано? Вася. Чертовы заберутся на их территорию. А, это я против рейдеров. А что там мне дали? Как переключить? Ого, аж на пятерке. Вот ты что? Дробовик. Сейчас протестим. Они что-то тут писюны какие-то рисуют. Поп. Рейверс. Дусер. Ду. Дустен 2. Так, а куда мне наверх? Патронов сколько? 16-20, нормально. В смысле сюда? Подними. Узячок. А вниз там чё? Подожди, если мне наверх. Что-что? Сюревать. Короче, блядь. Чё-то они какую-то херню тут пишут. Так, это я отсюда. Тихо. Спокойно.
Блять! Я думал, там прицел какой-то есть, а там какой-то второстепенный этот. Где тебя пушка? Блин, только знаете, в чем косяк? 1, 2, 3. Это у нас на троечку. А вот смотри, одиночные автоматические. А у меня там получается... А скак, подожди. Это аж на шестерочке, ни хрена себе. А вот автоматическая очередь. Бляха. 5. Там на второстепенный, короче... Какой-то выстрел двойной, что ли. Здорово. Ух ты, блядь. Сучка, ну-ка. Блять, он с дробовиком, что ли? Да, он с дробовиком. А я правильно иду или нет? Вот мне еще вопрос. Открываешь? Не открываешь. Ты с чем был? Нет, дробовик, в принципе, штука неплохая. Я застрял. Ты с узячком, да? Что это, гильзы? Блин, плохо, что исчезает. Трубцы исчезают. Было бы прикольно, если бы они не исчезали. Так, тут ничего нет. Ладно. Это кто-то их уже просто подчистил. Но тогда пошли туда, посмотрим. Там же тоже есть чего-то. Погоди, я пойду первым. Пошел первым, молодец. Получил первым. Блин, тут нихера нету, кроме двух чуваков с узяками, наверное, да? Не, смотри, ух ты, Деигл. Не, не Деигл. Одиночные, глушака нету. Пекаль, смотри, есть, охереть. Пекаль у нас на однерке, а это у нас на двойке, да? Нет, пекаль на двойке. Это 5 и 6. Что-то как-то неудобно. Пекаль должен быть на единичке всегда. Так, вот тут один только лежит. То, что всегда... Всегда живой. Так, спокойно. Ага, это я залез туда, где я на капсуле был. Тут ничего нету. Ладно, тогда вниз, значит. Опа. Потрошки. Нокс. Хокс. Хере-хере. Райдерс-райдерс. Хелло-беля. Что там еще? Какие-то знаки, иероглифы. Что вы тут рисуете, ребятки? Сатанисты. А, подожди. Мне где-то не сюда. Еще ниже. Ага. You will die. Не. Не хочу. Нету ничего. Такое секретное место, и нету ничего. Сюда я пройду, пройду, смотри. Привет. А ты что тут делаешь? Сука, стоит, блин, и ждет меня, что ли. Подлец. Кто там сверху? Падает. Хоть, хоть. Никого. А что, вот... Пусто, что ли? Или тут что-то есть? А тут пусто, прикинь. Как это так? Он тут протискивается, смотри, вообще везде. Прям классно. Худенький, наверное, чувачок. Вообще прям везде проходит. Да что ж ты все рушишься? Ладно, я пойду не сюда. А, я отсюда пришел, мне туда по-любому. А, вообще, я дурачок. И чё, зачем? Кто это? Никого нету. А зачем, вот зачем я сюда перепрыгнул? Вот смотри, ну, тут хоть бы пушку какую-нибудь приныкали, аптечку, там чё-нибудь. Зачем сюда я перелез? Ничего ж нету.
Ты так не делай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты там живой, нет? Не живой. Кошмар какой-то. Ага. Заныкался, смотри какой. Это я где? Аптечка. Подожди. А, это круг. Ладно, давайте, короче, тут остановимся, потому что уже время. И продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты в описании под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии игры Chaser. Вспомнить все. И всем пока.